Всем доброго времени суток. Все зачастую пользуются библиотеками, скачиванием. Я специально открыл вот библиотеки. Не у всех хватает финансов, чтобы покупать их. Я расскажу один. То есть, как добавить библиотеку. Я не знаю, как пользуется. Может быть, в Mac ОС не так, я показываю это Windows 7, чтобы их добавлять по нормальному, то есть рисунком и ничт файлом, без которого через ADD она не просто, ну, через файл будет. Я не привык к этому, может кто-то, кому интересно, через файл вот добавлять. Я этого не привык, через ADD добавлять. Ну, начнем с того, я постараюсь объяснить, как это делается. То есть я сам пробовал, у меня получилось, ну, надеюсь, и у вас получится. То есть что делаем для начала? Вот у меня есть такая папочка Wallpapers and Niche File. То есть здесь абсолютно все. Если кому это самое, я ссылку скину, если напишите мне. Здесь вот куча всяких различных и ничт файлы, и NKS, NKX, но не все не соответствуют, допустим, параметрам. Вот ничт файл, например, ну тут разные. То есть это старая, ну как не старая, но библиотеки, допустим, у вас библиотека, она должна добавляться через ADD. Вот. Заходим в папку. Я специально здесь приготовил одну библиотеку для того, чтобы показать, как это сделать, то есть чтобы вот смотрите, Adagio Base. Хотя библиотека совсем другая, а ничт файл совсем другой. Вот рисунок. Рисунок можно самому сделать. Я в конце потом вам покажу. Вот, то есть Adagio, то есть вот мы смотрим, файлы есть. Нам нужно поменять ничт файл, чтобы он соответствовал вот Sandiron Steel Tones для контакта и был по-нормальному, а не добавлялся, а как попало. То есть название соответствовало библиотеке и все параметры для этого. Что для этого? Ну, то есть по-нормальному. Открываем, смотрим свойства для начала. Убираем только чтение. Это обязательно. Открываем с помощью Notepad++. Вот она. Значит, открыли, смотрим, что у нас здесь. У нас совсем другая, то есть библиотека, вернее, ничт файл абсолютно из другой библиотеки. Для этого мы и здесь RedK, то есть совсем другой. Adagio, то есть совсем другая. У нас Sandiron Steel Tones. Значит, мы берем для этого, ну, не закрываем ее, прикрываем. Берем название, копируем. Только, конечно, без свойства. Копируем Sandiron. Выделяем Steel Tones до контакта. Нам контакт не нужен. То есть копируем, закрываем ее. Дальше возвращаемся сюда же. Открываем опять сюда и смотрим. Нам нужно, теперь мы меняем, да, удаляем, стираем name, Ctrl-V, вставляем. То же самое RegK. Стираем полностью название до конца. Вставляем то же самое. Дальше смотрим. Здесь ничего не трогаем абсолютно. У нас есть только цифры остались. Ничего больше не трогаем. Цифры, я скажу сразу, то есть здесь много цифр, меняется обычно третья цифра.
третья цифра у нас восьмерка, 458. Обратите внимание, SNPID. Мы меняем восьмерку, будем менять, это надо запомнить. Если число четное, то меняем на четное. Если нечетное, мы меняем на нечетное, на любое. Возьмем, вот мы возьмем восьмерку, третью цифру. Мы ее удаляем и заменяем на четную цифру, но на другую, чтобы у нас зарегистрировалось так под другим совсем ключом. Убираем восьмерочку и ставим четную, повторяю, четную. Если цифра четная, мы ставим четную. Возьмем, ну, для примера, допустим, цифру, вот двойку возьмем. Все, больше ничего не трогаем. Абсолютно ничего здесь. Все, мы то, что нужно, закрываем ее и сохраняем. Она попросила. И меняем также название самого NIST файла, свойства. Посмотрели, то есть переименовываем delete. И вот меняем так, как должна у нас называться, у нас так называется библиотека. Ну а теперь попробуем ставить. Я специально для этого открыл FL. Вот. Ну и здесь, ну куча здесь. То есть можно каждый взять NIST файл. Я повторюсь, кому нужно, я выложу здесь библиотеку для и NIST, и рисунки. Она большая. Так, ладно, перейдем ближе к делу. Вот, теперь смотрите. Вот у нас контакт. Мы сделали то, что я показал. Сондерон, Steel Tones. Поменяли NIST. Что правильно у нас добавилось в реестр. Теперь берем ADD, ищем нашу библиотеку. Она у меня в STI. Находятся все библиотеки у меня. Вот мы ее сейчас так, вот открываем. Она у нас находится в папке Soundiron. Так, смотрим. Папка Soundiron. Там библиотеки. Так, Soundiron открываю. Библиотека у нас. Вот она. Нажимаем на нее. Нажимаем. И нажимаем ОК. Пожалуйста, библиотека с нормальным названием Soundiron Steel Tones добавляется в реестр без всяких глупостей. Потому что, ну, вот я открою, пожалуйста, открытая библиотека, я вот сейчас закину сюда. Без всяких, потом будет лагов, потому что контакт, он тоже добавляет, если туда кидать разные NIST файлы, какие-то левые, будет месиво и будет бардак. Потом будет что-то добавляться, что-то убираться. Вот, пожалуйста, библиотека загрузилась без проблем. И такие действия с каждой библиотекой проделываются. Вот. Библиотека вот загружается в данный момент. Я пишу в накладку звука, я извиняюсь. Наверное, не будет. Не пришлось писать. А нет, есть. Все играет, все в порядке. Вот арпеджи можно выбрать. Вот. Все играет, все в порядке. Таким образом мы добавили библиотеку. Вот я показал вам, как это все это
делается без всяких сторонних программ и всего остального. Ну вот, насчет рисуночка. Рисуночек я делаю обычно сам, если его нет, можно зайти в любой, в Google. Вот размер. Размер примерно вот такой. Ну там обычно 99, ну 100 максимум. Можно взять любую, там где уже готовая. Рисунок сделать не трудно. Я увеличу сейчас. Вот. Это готовый. Вот, пожалуйста. 444 на 101. Я открою. Программу просмотра. Можно увидеть. Рисунок можете сделать сами. Как вот, изменение размера. Я, конечно, ничего изменять не буду. Я просто покажу. Изменение размера. Я вот нажму. Вот смотрите, 444 на 101. Вот примерно такой вариант должен быть. То есть вы обрезаете и оставляете сколько вам нужно. Это, ну, это в крайнем случае, если вы не находите рисунка. Ну, называйте, конечно, wallpaper. Вот, и PNG. И все, у вас готовый будет у вас рисунок. И без всяких. Я еще раз показываю. Все добавляется. Все без проблем. Таким вот образом, то есть реестр, не, извините за выражение, засырается всякими лишними названиями и тому подобное. Ну, вроде бы все. Спасибо, кто посмотрел. Вот. Тут тоже библиотеки. Вот здесь оригинальный, допустим, 8-идея апокалиптик гитар. Вот wallpaper здесь. Ну вот и здесь оригинальный. Вот здесь постапокалиптик. Ничт оригинал стоит. Так что здесь даже и придираться нечем. А ведь там, где вот мини тоже ничт стоит. Он так и должен быть. А вот Steel String Strummer тоже оригинал. Стальные струны. Ну, перевожу. А там, где его нет, я все объяснил. Как? Ну, вот здесь. Вот, допустим, левый. Абсолютно левый нить. Я его добавлять не буду, пока я его не сделаю. Так я показал его. С изменением названий, с изменением всего остального. И она нормально, как я показал, добавится вам контакт. Просто же для того, чтобы не чудить. Ну вот, пожалуйста. Ну, спасибо за просмотр. То есть, вот это все папки. Ссылочку, если надо, я на них скину. Кому надо, тут напишу. Там сразу и рисунок. И нечто. Только еще повторюсь. Убирайте в свойствах только чтение. Могут быть лаги с добавлением библиотеки. Вот, вроде бы все. Спасибо, кто, конечно, посмотрел. Ну, здесь куча еще. Очень много для всяких библиотек, у кого нужен ничт файл и рисунок, оригинальные рисунки и ничт файл. Спасибо за внимание. Все. Вроде бы все. Все. Вот такие вот дела. Все. Вот так. Так что всем пока. Удачи. Пишите комментарии свои.